Завтра, когда она мне в хозяйстве пригодится, меня зовут Екатерина. Собираю смородину вместе со шмелем. И обнаружила на своем одном из своих кустов тлю. Я думаю, что это тля. Как она выглядит? Разворачиваем лист. Вот. Вот так выглядит тля. Муравьишки прямо влепили. О, прям по руке у меня поползли. Так. Никакими химическими средствами сейчас эту тлю уже не обработать, потому что у нас уже созрела черная смородина. Я уже собираю. Самый простой и действенный способ — это обрезать эту ветку. Да, Прося? Ты со мной согласна? Ну, если бы она была одна, было бы проще ее обрезать. Но у нас их вон сколько. Берем хозяйственное мыло, немножечко аммиака и опрыскиваем. А завтра посмотрим, что будет с нашей тлей. Вот я уже подготовила нашу смесь. Да, еще очень хорошее действенное средство — это, конечно же, чистотел. У меня есть статья, точнее видео на канале, где мы спасали вон ту черешню от тли. Все прошло успешно. И вот использовали, собственно, все средства, которые я знаю, их три. Чистотел одно из них. Так, ну, начинаем. Стараемся сделать так, попасть на самое, так сказать, на самое гнездо тли. А завтра, сейчас я обработаю этот куст, и завтра я вам покажу, что у нас происходит на самом деле. Итак, проверяем, справился ли аммиак вместе с мылом с нашей проблемой на смородине. Видит ли? Как мы видим, тля ушла, или засохла, или что-то с ней произошло. К сожалению, вот этот листочек уже испорчен, но я очень надеюсь, что он выправится, что наш куст, он сильный у нас, он справится с этой проблемой. Самое главное, что можно сразу собирать урожай. Не ждать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на обновление канала и ставьте нам лайк.